Коллеги, рядом со мной Сергей Сергеев, это спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Как приятно, да, когда два Сергея в кадре, это всегда удобно. Сергей, скажите, пожалуйста, завтра будет интересная сессия от вас, и поэтому мы сейчас ее представим всем нашим зрителям, и надеюсь, они все захотят ее посетить. Давайте немножко о теме. Да, ну сессия будет сегодня на самом деле уже, и тема это импортозамещение в России, как в разрезе программного обеспечения, так и оборудования. Замечательно. Вот вам как специалисту сейчас, мне кажется, наиболее известен ответ на вопрос, насколько сильно какие-то программы ушли от нас, от ритейла, в связи со всем известными событиями. Может быть, какие-то решения вот сейчас пришлось резко менять? Ну, наверное, в глобальном смысле нам здесь повезло как компании. У нас не было ни одного критичного случая, когда бы пострадала работоспособность компании. Конечно, мы чувствуем сейчас ограничения в ресурсах и в доступности, в сопровождении. Из того, что резко приходилось менять и изменять, это, наверное, касается пользовательского программного обеспечения, это касается инструментов проектирования, инструментов дизайна, архитектурных инструментов. Некоторые есть сложности с по-прежнему, ну, с предыдущим заказом лицензий, которые нужно было оплатить. Но так, чтобы вот глобально мы что-то вот в текущий момент пострадали, наверное, нет. Пришлось отложить проекты, будущее развитие, и сейчас думать о том, какая архитектура будет у нас через год, через два, через три. Но вот глобально пока никакого влияния существенного нет. Это замечательно. Ну и сразу тогда следующий вопрос. Какое программное обеспечение было максимально русским, и чем вы сильно довольны, что абсолютно никак не сказалось на его работоспособности? Ну, у нас система документооборота. Это российская отечественная разработка, и нас вполне она устраивает. Мы хотели бы, конечно, более современных технологий, и сейчас активно на это смотрим, чтобы и в том числе и в российских системах это было. У нас не было конкретного такого тренда на импортозамещение, мы старались выбирать и будем стараться выбирать из лучших, несмотря на ограничения, которые есть из лучших решений. Вот. Но на самом деле не хватает, наверное, такой прозрачности на рынке. А российских решений достаточно много, и программ хороших, и программных продуктов. Но мне бы хотелось, чтобы так же, как за границей, у нас был какой-то там сводный реестр или, не знаю, сводный рейтинг программных продуктов, где можно было бы независимо этот рейтинг бы делался, можно было бы посравнивать российские продукты и зарубежные продукты. Потому что продуктов много, но их вот, чтобы мне как там, заказчику, как бизнесу, который нужен этот продукт, посмотреть на него где-то, рейтинг, почитать о нем что-то, требуется очень много времени на изучение разных продуктов, которые сейчас есть. То есть рынок формируется, он есть, но он достаточно фрагментирован, но не хватает в нем такой стройности и рейтинга. Не хватает легкой экспертизы, получается, какого-то портала или какого-то хотя бы даже человека-аналитика, который мог бы собрать этот софт, который, конечно, пользуют профессионалы, для того, чтобы сделать свой рейтинг, чтобы профессионалам вашего уровня было удобнее выбрать. Потому что с телефонами все уже поняли, огромное количество порталов, видео. Здесь, получается, все-таки нам нужно помочь ритейлу для того, чтобы выбор был более безболезненным. Да, абсолютно, абсолютно правильно. Есть международное агентство Forrester, IDC, Gartner, которые занимаются этим профессионально. Я считаю, что мы, как страна, как разработчики программного обеспечения, как отрасль, точно заинтересованы в том, чтобы такой рейтинг был. У нас есть информационные агентства, которые этим занимаются. Вот мне, я считаю, что нужно расширить экспертизу у этих агентств тем, чтобы они занимались и вот такими рейтингами. Там Минцифра что-то делает, но Минцифра делает больше для государства. Нам нужно все-таки для отрасли и специализированно для отрасли, и со спецификой. Я надеюсь, нас услышат те, кто должны это услышать. И сразу вопрос такой, насколько сейчас у нас хватает IT-специалистов? Потому что у нас огромное количество институтов, которые готовят, огромное количество светлых голов, которые занимают какие-то места на международных каких-то состязаниях. Но при этом вот непосредственно сейчас, здесь, у нас, для нашей отрасли, насколько хватает кадров? Ну, кадров не хватает. Кадровый голод есть. Я считаю, что он и будет продолжаться. Я считаю, что надо продолжать вкладываться в эти отрасли, и правительство и государство очень много сейчас делают с точки зрения там поблажек. Я надеюсь, это даст активный рост, плюс все-таки стратегии или подходы в импортозамещение тоже активно привлекут деньги и инвестиции в отрасль. Но я думаю, что в ближайшие там 3-4 года по-прежнему будет хвататься нехватка. Будет по-прежнему чувствоваться нехватка в специалистах, в кадрах. Я считаю, что молодежи, и не только молодежи,
нужно не бояться экспериментировать и переучиваться, и учиться новому. Возможно, из других отраслей, там, где меньше сейчас потребность учиться. Такой тренд был последние 3 года, его нужно придерживаться. Я как руководитель крупной IT-функции внутри ритейла, однозначно настроен на то, чтобы черпать новые молодые кадры, молодых ребят, проактивных из институтов или просто тех, кто только учится. По факту наше видео нужно показывать абсолютно всем на очень широкий круг зрителей, потому что очень много IT-специалистов уходят в 3D-дизайн, уходят в какие-то интернет-ресурсы и так далее. При этом, при всем, этот рынок перенасыщен, а есть та отрасль, в которой их ждут с распростертыми объятиями. При этом, при всем, этот рынок пока еще как голубой океан. Заходи, работай, получай свой профиль. Однозначно. Я считаю, что ритейл будет продолжать развиваться и активно, и динамически. Он показывал последние годы, что он был одним из драйверов развития важным. Такой переток из банковской отрасли пришел в ритейл, и это будет продолжаться. Я считаю, это максимально динамичная область, которая работает с покупателем, с потребителем. Очень много изменений, адаптации, хорошая, сильная конкуренция, что может быть лучше для старта карьеры и для своего собственного развития. Абсолютно точно. Ну и, наверное, от вас, пожалуйста, как специалиста, какие-то напутственные слова или, может быть, какая-то аналитика по рынку IT вот в нашей сфере вот сейчас? Ну, сейчас непростое время. Я считаю, что нам нужно так консолидироваться, не знаю, собраться с силами, но при этом это и новые возможности. Всегда какие-то сложности, кризисы – это возможности для развития. Ими нужно пользоваться. Нужно посмотреть на то, что было, может быть, не оптимально или не очень эффективно, или лежало на полочке, отбросить это, вычеркнуть, вложить силы в что-то новое, чтобы выйти на новый уровень. Я считаю, что это что надо любой кризис рассматривать как возможность. Поэтому давайте пользоваться этими возможностями и смотреть с оптимизмом и с позитивом вперед. Шикарные слова. Не хочу испортить конец как раз нашего видео. На этом и закончим. Спасибо большое за интересное интервью. Спасибо, Сергей. До свидания. До свидания.